Приветствуем вас на канале Мусалип. В работе у нас Toyota Corolla. Делаем жидкие подкрылки. Мастер уже обработал, нанес материал на металл. Материал ложится слоем до 4 мм. Обрабатывается вся арочка целиком вот так. На всех четырех колесах. И вторым слоем клеится вот такой материал уже на локер. Это в подарок, трехкомпонентный материал. Обклеивается локер. Все, работаем, собираем, и в автомобиле будет тишина.